каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Кызыле в Доме народного творчества состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской науки. Глава ТУВЫ поздравил ученых с профессиональным праздником и вручил государственные награды. Медаль Республики Тыва за доблестный труд вручена ветерану тувинской гуманитарной науки, заслуженному работнику республики, почетному гражданину нашей столицы, кандидату философских наук, ведущему научному сотруднику сектора политологии Тувинского института гуманитарных и прикладных искусств Байролу Мангуш. Почетного звания «Заслуженный работник Республики Тыва» удостоен заведующий экологическим музеем кафедры зоологии и экологии Тувинского государственного университета Николай Путинцев. Также почетные грамоты вручены Мирславу Дангаку и Хирилме Мангушу. Сегодня в Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова состоялось торжественное собрание в честь 25-летнего юбилея специального отряда быстрого реагирования Росгвардии Тувы. Начальник ведомства Сергей Затолочный поздравил бойцов и ветеранов СОБРа с профессиональным праздником. Ровно 25 лет назад было создано самое боеспособное элитное подразделение, где проходит службу лучшие из лучших. Люди крепче стали. Подобное выполнять невыполнимое и достигать невозможное, порой превосходя человеческие возможности. Именно вы выполняете наиболее сложные и ответственные задачи по борьбе с организованной преступностью, освобождению заложников, силовой поддержки мероприятий, проводимых правоохранительными органами. За четверть века СОБР прошел непростой боевой путь как часть управления по борьбе с организованной преступностью. И как бы ни менялись названия отряда, задачи всегда оставались прежними. Борьба с любыми проявлениями беззакония, пресечение противоправной деятельности. Начиная с 1995 года личный состав СОБР выезжал в командировку в Северный Кавказ 45 раз. Выполнены сотни сложнейших задач. Все эти годы не прекращалась работа по оказанию социальной помощи семьям погибших. Сегодня СОБР ежедневно обеспечивает правопорядок и безопасность страны. С поселка Танзыби до Буйбинского перевала автомобильной дороги Р-257 Енисей с сегодняшнего дня вводятся ограничения движения для одноосных и двуосных большегрузных транспортных средств противоскольжения, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов. Данные ограничения вводятся в связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега и продолжающимися обильными снегопадами на перевальных участках. За сутки на Буйбинском перевале выпало до 50 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается небольшой снег, в связи с чем возможно ухудшение дорожной обстановки. Для устранения последствий снегопада на федеральной автодороге Р-257 Енисей задействовано около 30 единиц дорожной техники на территории Красноярского края и Республики Тыва. Также в диспетчерской службе по номеру 29909 в круглосуточном режиме можно уточнить информацию о состоянии обстановки на тех или иных участках федеральных трасс, а также сообщить свою информацию, в том числе касающуюся происшествий или затруднений движения для более оперативного принятия необходимых мер по их устранению. С февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата, сообщает издательство «Российская газета». Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, героев Советского Союза и России, героев социалистического труда. Это более 15 миллионов человек. Стоимость набора социальных услуг составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами, это более 820 рублей, предоставление путевки на санитарно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, около 120 рублей и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, 118 рублей 94 копейки. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества.
10 февраля Республиканский онкологический диспансер объявляет День открытых дверей. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с раком. 3 февраля в рамках акции прием вели терапевты и узкие специалисты в поликлиниках Тувы. В эту субботу в Республиканском онкодиспансере прием будут вести онкогинекологи, онкохирурги, маммологи и колопроктолог. Также можно будет пройти диагностические исследования, УЗИ и маммографию. Регистратура будет работать с 8:30 утра. Желающим пройти консультацию у специалистов при себе необходимо иметь амбулаторную карту с данными проведенных исследований, УЗИ, снимки маммографии, а также паспорт, СНИЛС и страховой полис. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам? Такая маленькая! Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью минус 30-35 градусов, днем минус 16-21 градус. На дорогах гололедица.